Всем привет на 261-м стриме, и мы продолжаем приходить на Kill the Camellia 2, и фух, я даже волнуюсь, потому что у нас, меня, во-первых, запугали экранами, которые будут сейчас у нас на 6-м уровне впереди, а там, между прочим, какие-то совсем суровые экраны, я так понимаю, но я их не видел, да? Я не видел эти экраны, потому что я не спойлерил себе, но меня как-то прям запугали, типа там вообще жесть какая-то начнется. Вот. И плюс, ну даже если я их пройду, босс раш. Босс раш будет. И босс раш это на месяцок, скорее всего. Привет, Владислав, Пророк, Картофель, Мистик Шэдоу, Хиппи, Эльзорга. Нет, Эльзорга, я освобождаюсь тогда, когда я хочу. Ну, практически. Привет, Клостом. Так, а у нас там какой-то дурацкий экран из I wanna be the sadist. Привет, Джесса Север. Опять мы не скооперировались. Так, тут дурацкий момент, я помню. Сейчас будем страдать. Потому что я так и не понял, как он правильно проходится. Музыка прикольная. Говорят, что РНГК проходил экран из Seven Trials аж 2 или 3 дня. Ну я хз, может он уставший был или чё, но видимо довольно всё-таки сложный экран Пророк, а не изи. О, нихрена себе, чё за фигня? Как? Просто как? Я не знаю. Веселая, но я уже заметен. А там эта музыка от той игры или это какая-то сторонняя? Да блин. Да, помню, Эльзорга. Да? Лол. Хрена себе. В любом случае, ну ладно, Пророк, цепей. Уже обсудили 100 раз, как бы, фиг с ним. Просто наслаждаемся следующим экраном. Пророк и есть садист. Ты видел, какой он экран сделал? Катастрофа. О, скорость что ли увеличивается?
Ну ясно. Привет, Абельенков. Привет, Сабасар. Что-то это как-то жестенько, по-моему, вот эта вот штука. Что-то это как дабл делать или что, я не пойму. Что за... Мне в какую ямку надо попасть? В третью, что ли, при первом прыжке? Сложности. А медиум вообще невозможно взять, что ли? Да, ну такое. А, яблоки лет... Что-то как-то вот оно... Я не могу нажать вот. Что-то вообще не получается. Приветствие? На каком языке? Я не знаю, какой по номеру это экран. В смысле, как игра без одного... В смысле, пророк? А зачем они мне нужны? Ну, то есть, я же не прохожу Sunspike там. Четыре плюс три это идеальная строта для Double Diamond, пророк, ты чё? Это идеальная строта.
как дабл проходит вроде. Ну то есть дабл он проходится, кнопку вправо вообще не отжимаешь. А здесь явно нужно. Я пока механику не понял. Ну, по ладаре ты устроишь сам сколько. Ты о чем вообще говоришь, что идет? Разумыслер вообще упустил. Он спросил, возможно ли четверной даймонд. Здесь возможен, потому что здесь дается скорость высокая. Какая? Наверное, 6 скорость дается, да, наверное, 6. Я пробовал с ним, не проще нифига. Ну и что? Вот это потом уже близко. Ну я думаю, Цубасар, он это еще не проходил в школе.
мидбой становился на втором мире, а зачем? Там же во втором, ну, светлом, там же вообще ничего сложного. Там только сложное, ну, может быть, пятый мир, ну так. Ну и седьмой, конечно. А, так, на светлых, ну, мне кажется, там нечего особо останавливаться. Ну, то есть, если ты секретки все эти собираешь, ну, как их там, пластыри, то да. При атаке ж дропов нет, дропов нет вообще. Понять, что мне нужно нажимать. Ну так более естественно, если это делается напрямую. Ну, в смысле, просто прыжок все время. Как, ну, как обычный прыжок. На основе чего ты сделал такой вывод? Вообще не понимаю. Я пока еще не побил рекорд 7 Trials по количеству времени, затраченное на один сейв. Какой-то прыжок-то, а? Непривычно, механика другая. Предыдущий опыт вообще что не имеет значения. Ну так, очень специфично. Там нарисована какая-то анимешная девушка, которая на немножко на Мику похожа, но вроде не она. И подписано катастрофа. Очень вольная рисовка Мику, я бы сказал. Ну, это очень вольная рисовка. Это не каноничная Мику. Слово дефолтное. А я вообще не знаю Лук и Ирин, ну то есть
Я думал, это единственное изображение, которое там. Какой 8 уровень, не понял. Ну, во-первых, это в английском языке, а во-вторых, оно дефолт. Тебе все равно, окружающим не все равно. Сиди, смотри молча, что-то и никто не будет приставать. Кружок немножко вымораживает этот. Ну, я знаю, что Мику колорит, но... Мандаринки я люблю, да. Ну, насчет на зависть как бы пеза, в принципе, я просто поел. Хлеб на зависть самому себе. Хиппи понять это тяжело, тяжело слишком. Не знаю, Эльзорга. Ну, наверное, как сейф возьму следующий и все. Да, 30 минут где-то. Салаты с хлебом? Ну, как бы Цезарь есть салат. Там есть хлеб. Целиком из хлеба, не знаю. Но это уже не будет салатом.
Спасибо, капитан очевидности. Нельзя. Не думаю, что это кто-то признает салат. Места и похуже. Не дает мне расслабиться этот экран, ну, это место. Видите, я почти сижу молчу, потому что, ну, иначе как бы не будет никакого прогресса. Я сконцентрирован. Продажу? В смысле? Страж? Конечно. Что за чушь, Цубасар? Да это чушь какая-то. Не может быть, что без анонса, там, без всего. Да не, естественно, это неправда, но Данил, как бы, глупо на такое уже вестись. Если бы это было правда, ты бы об этом бы уже знал. Анонс, типа, я бы поверил бы, да, еще, потому что, ну, рано или поздно это все равно случится, наверное, да, как бы, шутки шутками, но рано или поздно, я думаю, анонс случится, но не может быть, чтобы внезапно появилась предпродажа, предзаказ, ну, как бы, должно быть вначале какие-то скриншоты, потом, может быть, там, видео геймплея или какие-то рассказы, потом, там, официальный трейлер. А потом уже может быть предзаказ. Ну как бы, это же сейчас так происходит. Скоро.
По поводу чего 6-7 следующих лет. Не, ну лол, я как бы в целом был как бы на Игромире, поэтому уж я там видел разные игры. А его на пизыкооп? Нет, не прошли, до последнего экстра-босса дошли. Привет, психу. Вот здесь бы, конечно, я думаю, двухфреймовый пригодился бы прыжок. Но я не говорил, что она скоро будет, что скоро будет анонс, я сказал рано или поздно. Или я даже сказал когда-нибудь. И это все-таки правда, я думаю. Но, ну, не думаю, что это как бы никогда не выпустит. Ну, как бы должны когда-нибудь выпустить. В смысле, я говорю Half-Life. Half-Life 3 там или какая-то. Или 2, ну смотря о чем речь. Ну как бы. Меня в принципе раздражает, когда говорят Half-Life, но я этого не высказываю, потому что, ну как бы. Пусть говорят как хотят. Ну зачем коверкать название, я не знаю. Ну если Half-Life еще ладно, типа сократили, да? Но Half-Life это как-то унизительно. Эльзорга, это вообще не причина не выпускать. Valve разрастается с каждым днем. Они могут просто целое отделение выпустить для этой игры, как бы, и ничего не потеряют. Максимальная? Я в шип же упрусь, мне кажется, или нет? Ну, Эльзорка, ты пессимист. Ну, начинается. Нет, если оно даже не будет прогрессом в индустрии, а просто будет очень приятный геймплей и офигенное продолжение сюжета, поверь, то будет достаточно, это будет достаточно. Не нужно никакого прорыва в индустрии, потому что это сделать практически невозможно на данный момент. Вот, так что как бы, ну, не надо тут говорить, что нужно обязательно в Half-Life 3 прорыв в индустрии. Конечно, ее так и так купят. А если там будет отличное продолжение сюжета и отличный геймплей, да, с отличными локациями, и все, и никто даже, я думаю, плохого слова не скажет. Никто не будет говорить то, что, ой, а что-то вот вышло третий Half-Life, но там нету инноваций, и как бы из этого на говно, да, такого, я думаю, ну, очень малое количество людей такое скажут, вот, типа тебя, может, и все, как бы. Ну, так видишь, тебе, ты говоришь, что тебе пофигу. А почему ты договоришь за других людей, что им не пофигу? Им точно так же пофигу. Им тоже нужен сюжет и просто хороший геймплей. Но им не нужно прям прорыв в индустрии обязательно. Это кто это придумал, какой-то тролль? То, что надо обязательно, чтобы был прорыв.
хиппи, как бы, ну смотри, во-первых, делают Source 2 движок давно уже, да, официально все, подтверждение от Valve давно было, что движок Source 2 делают. Ну вот, но скорее всего на этом движке выпустят там какую-нибудь, не знаю, может Dota 3 там, или может быть Counter-Strike новый, ну короче что-нибудь, не Half-Life. Но по-моему кто-то говорил, что... типа вроде бы, по-моему, сам Гейб что ли говорил, что типа Half-Life 3 будет, когда будет идеи что ли или что-то такое, я не помню, ну короче что-то было такое, ну то есть как бы никто не утверждал, что ее не будет, давай так, а это уже как бы оптимистично звучит. Не думаю, что Half-Life будет с Oculus Rift. Ну то есть, может оно и будет поддерживаться, но как бы... Они не спешат это вводить явно. Привет, Blackjack. Blackjack, прочитай правила канала, пожалуйста. То есть они работают над этим, они хотят выпустить в целом они хотят выпустить Half-Life 3, но да, они хотят сделать что-то интересное, они не будут выпускать, как ты говоришь, кинцо с сюжетом, нет, но оно будет явно, будет, но когда-то, ну VR это, ну, виртуальная реальность. Ну, очки эти. Ну, хиппи, если это будет Portal 3, я скажу, дайте 2. Как говорится, заткнитесь и возьмите мои деньги. Проходил Half-Life, да, насколько я помню. Я боюсь к краешку подойти, потому что я улечу. Ну, вообще-то как бы, ну, и зря, потому что там сюжет офигенный. Но портал тоже очень офигенный, я не спорю, я же говорю, портал хоть две штуки куплю, третий. Ну, как бы, это не отменяет того, что Half-Life 3 очень жду, и она очень должна быть классной. Джокер, ну видишь ли, Зорга, то есть инфа, ну, как бы про третий Half-Life есть. Ну, то есть в целом, в студии об этом кто-то сидит и что-то там делает и думает. Неважно, медленно ли, много людей, мало, но что-то, какие-то процессы происходят. Да, они будут делать Half-Life 3. Привет, Теркил. Просто как бы, да, возможно, эти процессы такие аккуратные и медленные, но они есть. Значит, рано или поздно, ну, скорее поздно, ну, уже поздно, да, уже поздно.
потому что сколько лет прошло. Но это случится. Это случится, и это не будет очередной шуткой. Заходите вы на новостной портал такой, смотрите такой с утра, что там новое. Valve анонсировала Half-Life 3. И такой фигак, это не 1 апреля, и это не слух. Да, и это не знаю, какая будет дата, но это будет реальностью. Будут, Эльзар, будут делать. Нет, выгодно. Это очень большие продажи принесет. И поверь, никто не удалит Доту из-за того, что выйдет Half-Life 3. Так в смысле? Эльзорга, ты как-то вообще, ну, абстрагируйся немножко от Доты. Ты знаешь, как бы, если у них есть прибыльная Дота, там, и Counter-Strike, это не значит, что если они выпустят Half-Life, они не срубят вот такую вот кучу денег, просто огромную. И при этом они не потеряют Доту и Counter-Strike. И Team Fortress. Как бы, ты что, этого не понимаешь, что ли? Это же капитализм. Им миллионы нужны, чтобы заработать еще больше миллионов. Нет, не нужно. Это такая игра, которой не нужно ничего инновационного, чтобы срубить огромную кучу бабла. Ты посмотри, Call of Duty срубает какие миллиарды. Там в Call of Duty каждый раз что-то инновационное, да? Очень смешно, Эльзорка, очень смешно. А кто сказал, что синглплеер нам? Может там кооп запилят? Может там сделают этот... Half-Life Deathmatch делают, только встроенный в третью часть. Ну типа там какой-нибудь новый, совершенственный. Ну, блин, с чего ты взял, что синглплеерный чисто будет? Да, Эльзорга, именно так. Люди примут любой Half-Life 3. Другое дело же, они потом могут написать, что типа она не очень там, да? Но они-то купят ее все равно. И уж поверь, Valve это знает. Да, вот реально, из крайности в крайность, просто из крайности в крайность. Либо прорыв в индустрии, либо говно. Отлично. Значит, учитывая, что прорывы в индустрии шутеров я не видел уже очень давно, значит, все игры последних лет в шутерах это говно, по твоему мнению. Ведь других нету категорий. Ну, а в чем тогда вопрос? То есть, в смысле... То есть денег будет заработано огромное количество. Неважно, она будет офигенной частью или там средненькой. Ну, говном она не будет точно, это Valve, да? Ну, давай это исключим. Говном она не будет полным. Она может быть, ну так, типа норм, а может быть вообще прям шик, да? Как бы других вариантов я не вижу. То есть я не вижу Half-Life 3 как полный провал там. Ну, не может быть такого. Юря? Юра? Это не я. Привет, Сильвер. Ну, Эльзорга, проблемы разные могли быть. Может быть, они хотели именно инновационное. Может быть, они там
Просто на другие проекты, говорю, да мало ли какие причины, всякие причины, не делали и все. А все, а как бы, ну это не значит, что никогда не сделают, абсолютно не значит. Ну к тому же, да, они же движок новый еще хотели сделать, а движок новый как раз пилится, ну сейчас, прямо сейчас. И уже довольно давно. Все. Токио, все. Даже Lost Coast. А, единственное, не проходил Half-Life Decay, потому что он на PS2. И, ну, не знаю, не срослось что-то. И все порталы проходил. В том числе портал Прилюд проходил 2 раза. Ну, как бы... Почему говорю 2 раза? Потому что, ну, он типа хардкорный там, это мод. Это мод, но он как бы такой, очень качественный. И он сюжетный. Вот. Единственное, что портал 2 мел не проходил пока. Не, ну как бы пророк, то есть, такая... Причина, как, ну, вот то, что он писал, там, из Орга, да, то, что, как бы, они хотят сделать прорывную, как опять, часть. Да, такое желание у них явно есть, то есть, они хотят сделать именно офигенно. Но это не значит, что они так будут вечно сидеть и так никогда и не сделают. Либо они все-таки придумают что-то офигенное, либо они все-таки выпустят, ну, какую-то там часть. Как-то, я не думаю, что они не выпустят ее совсем. Ну ничего, другого сценариста найдут. Ну, знаешь, как бы незаменимых людей не существует. Ну, как бы Эльзорга, я говорю, причины могут быть совершенно разные. Какие-то из них можно вычислить по, ну, как сказать, общедоступной информации, а некоторые из них скрыты в глубинах Valve, и мы их не узнаем. Вот. Но, говорю, какие бы там ни были причины, это не значит, что они не сделают игру. Как бы, я понимаю, как бы, например, игра, которая вышла давно, да, ну, вообще, как бы, другая, и типа это какая-то маленькая фирма, которая уже там не существует, или, ну, типа того, да, то, ну да, скорее всего, там уже не, ну, типа новая часть, только если кто-то права купит. А, но Valve, она не просто существует, она разжирела очень сильно с тех времен. Так что сделать игру они могут. Они ее могут сделать, и какой бы она ни получилась, они не обанкротятся точно. Значит, шанс, что сделают, он всегда остается. А может, руководство Valve сменится. Гейб тоже не вечен, как бы, знаешь. И так далее, да? Может, какие-то еще там люди сменятся. Поменяются взгляды, решат все-таки сделать. Как ты можешь утверждать, что они никогда не сделают? Я не понимаю. Они просто сделают, что, короче, когда проходишь Half-Life 3, тебе дают уникальную шапку в Team Fortress 2. Все. Как бы, игру купят миллиарды людей. Я тоже Эльзорга нахожу. Не, я тоже заметил. Ну, не я же модератор. Вот, пророк модератор.
не магниты, а просто скорость увеличена. То есть горизонтальная скорость, она больше, ну, похоже, в два раза где-то. Наверное, в два раза. Не, ну бесплатно дадут первый Half-Life, это такой себе. Он уже у многих есть, как бы. Ну, это не такая мотивация, как шапка. Есть! Ура! Ура! О, вот это пот. Так, надо умереть. Да, довольно, кстати, интересно, замечу, что после рестарта физика сохраняется. То есть, значит, либо в файле сейва хранится текущая физика, ну, настройки физики, то есть, типа, скорость, либо прям сам сейв является триггером скорости. То есть, вот это вот довольно интересно. Вот как мне, как разработчику, скажем так, на гейммейкере, там, да, который там, ну, что-то пилил такое. Это как бы довольно интересный технический этот момент. Забавно, если они Half-Life сделают вообще ремейк. Ну, то есть именно ремейк, а не как бы к Mesa Source. Ну, то есть, ну, вы понимаете. То есть, с любыми изменениями, да? А, это перезапуск называется. Это называется перезапуск. Да, ребусы из вселенной. И как бы, может быть, изначально с Aperture лаборатория свяжут более тесно, а не так, как сейчас. Ну, это так, просто вот, ну, такое рассуждение, да? С учетом, что сюжет портала, можно сказать, в тупик зашел, да? Ну, по крайней мере, именно с главным персонажем, который вот в первом и втором портале. Ну, как бы не ясно, какое там может быть продолжение. Ну, по крайней мере, чтобы использовалась портальная пушка. Ну, как бы, ну, я имею в виду, он сошел в тупик в том плане, что продолжение сделать проблематично, если только не про другого какого-нибудь испытуемого там, да, но это как бы такое. Это уже не продолжение, а спин-офф, можно сказать. Ну, спин-офф, да, а именно это, но это не продолжение, да? Это какой-то плотный этот прыжок. Потому что Бельенков, это называется беседа, диалог, фантазии. Знаешь, этим люди иногда занимаются просто ради развлечения.
Ну, надоело, значит, не участвую в ней. Ну, как бы из-за тебя никто не будет ее прекращать, ну ты же понимаешь. Не, я не читал ничего такого, Эльзорга. И я не проходил еще Portal 2 Mail, вот этот мод. Как-то руки не доходят. Он вышел относительно недавно, а я как-то, видишь, в другие игры что-то начал играть, блин. И в моды, я говорю, моды, у меня с модами проблема, модов я мало играл. То есть кастомные карты я играл, да, но моды я почти не играл. Кроме вот Portal Prelude я два раза прошел, а так модов мало очень играл. Не, Пророк, ну как бы он, да, то есть... личность Кэйв Джонсона, да, и как это все происходило. Да, есть, конечно, там вот этот вот юмор, как бы, но с другой стороны, почему бы и нет? Каких только безумцев нет, да, как бы. Ну, с учетом, что как бы вся игра фантастика, ну так, ну, как научная фантастика, да, то в принципе, почему бы не предположить, что вот он организовал такую компанию, ну и как там все это шло у них, да, то есть, ну, в принципе, как бы, ну, нельзя сказать, что это полностью невозможно, да. Ну, с учетом, как бы, и мира Half-Life. Ну, вот. Поэтому я бы не сказал, что можно делать полный абсурд, как бы. Ну да, вообще-то, в принципе, интересно. Как делать этот прыжок? Наверное, вот так надо. Со второго, да? Блин, точно. Чё это? Не, ну как бы в целом-то я знаю, кто этот Ред, да? Ну, как бы, и что он вообще из себя как бы представляет, ну, более или менее. По крайней мере, то, что есть в основных частях про него, и то, что есть в Portal Prelude. Ну, вот. Ну, и плюс в некоторых видосиках. Но, ну, как бы, там, видимо, что-то более, ну, нафантазировали подробное, да? Ну да, приквел тоже хорошо, и на самом деле очень интересно было бы посмотреть приквел. То есть, ну, Portal Prelude это уже приквел, а имеется в виду, наверное, тот приквел, когда использовались вот эти подземные массивы в этой шахте, да? Ну, вот эти старые. Ну вот, да, возможно, это было бы очень интересно, но как бы, знаешь, приквел как бы это интересно, но историю-то это не закончит, ну, всей вселенной. Ну или как бы... В общем, ты понял, о чем я. Ну, не канон. Нет, ну понимаешь, Прелюд это канон по сюжету, потому что, в общем-то, это и так очевидно, да? Это и так очевидно, как бы примерно это так и происходило. Ну вот. Но понятно, что как бы, ну, сама игра как бы не канон, но по сути сюжетно она канон, потому что она просто тебе визуализирует в качестве игры то, что и так известно в каноне. Да, новый сейф. Ну, то есть я, учитывая, что Portal Prelude даже ставится через Steam, то есть мод как бы такой, как это сказать, капитальный, да? То я не думаю, что Valve будет делать то же самое примерно, только канон. Так, а что теперь? Обычная физика? А, ну тут сейчас какая-то новая была. Наверное, гравитация высокая, да?
требование бана это не является оскорблением, я считаю, ну, как бы, в целом. Ты модератор, тебе решать. Какой-то изи сейф. Блин, ну потолок убивает, ну серьезно. Нет, по-моему, недоволен всегда ты. Ну, сегодня и Зорга тоже. Но вообще обычно ты всем недоволен. Что нельзя, не бывает такого, что тобой довольны все. Там что, двухфреймовый надо сделать, я не понимаю. Или я делаю 4. Это лол. По-моему, там двухфреймовый нужен. Да нет, Данил, у меня про синолипы темы можно разговаривать. У меня, знаешь, на какие-то темы не было разговоров. И тут в силу вступает. Да. Ну, что-то у меня не прыгается. Блин. Что-то у меня не прыгается. Я хз. Как бы, если я играю в Айван, это же значит, что я ничем больше не интересуюсь, да? Лол. Старт. Half-Life Marathon, ты пропустил, Эльзорга, стример Gun Trigger. Он стримит на SK2, но Twitch, да, Twitch тоже есть. Он только что прошел, вот сейчас он уже второй Half-Life проходит, я не знаю, может быть из-за сходки я пропустил пару стримов. Ну, либо он сейчас второй Half-Life проходит, либо уже к эпизодам приступил. И он прошел первый, Blue Shift и Opposing Force. Так что печалька. И это был First Run, то есть, ну, слепое прохождение. Но тем не менее, я не исключаю такой возможности. Но понимаешь, я как бы хочу... Если уж проходить, то надо вникать, как бы, ну, надо какие-то актерские данные, потому что, как бы, не просто же так главный герой там молчит. Он там молчит ради того, чтобы вместо него говорил ты от его имени, да, то есть, как бы, это же круто. Но я так, естественно, не смогу. Ну, то есть, я могу попытаться, но это будет выглядеть уныло, потому что я не актер вообще.
спиной, что ли? Играю в Айвана на геймпаде, это, конечно, такое. Не совсем согласен, хиппи. Да, полностью на геймпаде играю. А, чё... Это же плейн вниз. Ну, правда, его надо не полностью сделать, но что-то это... Что-то такое. Да нет, он знает. Не, он про другой спросил. Он думал, я типа только прыгаю на геймпаде, а управляю на это. Давай, Зорго, удачи. Все-таки уже вот уже второе место, где нужен двухфреймовый прыжок. Я думал, что вторую камелию можно пройти без них. Если честно, наверное, я бы ее даже не начал, если бы знал, что они тут нужны. Да, опять ты начинаешь говорить. Не надо говорить, сложный ли следующий экран, из какой он игры, сколько я там просижу времени, сколько там количество шипов. Что там, какая там играет музыка, и так далее. Ну, просто про этот экран говори, или про предыдущий. Что значит так можно? Ты понимаешь, что мне тогда нужно прыжок сохранить? Да кто сказал, что он сложный, Беленко? Кто сказал, что он сложный? Ну, понимаешь, да, я дойду, и тогда я скажу, сложный он или нет для меня. Зачем настраивать-то заранее? Как... Потому что пророк, потому что он школьник. Ему надо просто проспойлерить. Ну я не привык еще к управлению на геймпаде. Кнопка стреляет с другой стороны. Это не синдром пророка. Синдром пророка — это когда нажимаешь рестарт зачем-то перед стрельбой. Ну просто потому что ты начинаешь, ну, хочешь почему-то стрельнуть, потом рестартануть. А я так не делаю. Но просто сейчас я с геймпада, я не привык, у меня, ну, я забыл, где у меня кнопка, и на автомате нажал на другую.
То есть я вообще не хотел рестартить, как бы. Ну, ни до, ни после, как бы. Хотел стрелять, а зря. В сейф лучше стрелять. Какой-то игры. I wanna be the popularity. И что тут у нас? Блин, а чё онлайн это плохие? Ну ладно. Прикольный ремикс музыки из на ВВВВ. А куда? А, я понял, ВВВВ. Куда? А. Блин. Ну такое. Но я тоже могу просидеть много. Зачем? Ну что-то, ну все. Я теперь дойду через 5 часов.
Надо было хоть направо выжить, чтобы, ну, хоть не от начала идти. Это вот на первых уровнях, там реально легкие экраны. Такое, просто легкая прогулка. А здесь нужна концентрация. Привет, Тераон. Айлайн этого шипа? А какой, подожди. Ну, по сути, вот эта стенка под ним. Да, наверное, больше других нет вариантов. Ну да, только это кавер. Ковры летают. Ну, фейсген такое. Было бы невозможно. Ну и что? Он нормальный совет дал сейчас. Я хоть и как бы сам разбираюсь в онлайнах, но я иногда, например, забываю просто про это подумать. Считаю, что это не важно в данном моменте, а оказывается, например, важно. Почему бы не напомнить? И в чем там была шутка? В каком месте смеяться? Неприятные ворота вот эти, потому что не с прыжка такого длинного. Да лол. Значит, перееду, а моделировать кто будет? Что-то странно, у меня как-то такое ощущение, что у меня прыжки как-то плохо получаются. Ну-ка я экспайдер выключу. Хаспайпер. То
проснулся, как-то странно. Как можно столько спать? Да лол, прям взял шип, летел. Что ж такое? Вроде вот это вот очень, как бы, по идее, ну, вообще не сложный прыжок. Но что там получается как-то очень косячно, да ладно. Как-то, то есть он сложнее, чем кажется. Потому что это как-то надо точным количеством фреймов прыгнуть. И еще там вовремя нажать прыжок. А его нельзя вот так вообще? А, нет, тогда я не допрыгну. Направо. Надо от каждой шип умереть, это что-то не круто. Зачем просыпаться, когда можно спать? Ну, как бы, если ты слишком много спишь, то лучше проснуться, потому что иначе хреновое состояние потом будет. То есть лучше поспать нормальное количество часов, чем слишком много. То есть, это же так не работает, что типа чем больше спишь, тем больше выспался. Такого не бывает. Ну да, все равно. Нельзя. Да, пророк, неприятный пророк. О, я запрыгнул, я думал, я уж не запрыгнул почему-то. Там, похоже, 3 фрейма, да, надо сделать? Да, ну. Понятно, где РНГ 5 часов сидел, на вот этих породах. Так, и что, как бы, по папе по поводу суток не спал, как бы... Это совершенно не отменяет того, что не стоит спать по 12 часов или там по 15. Я вон когда стрим РНГГ 24-часовой смотрел, я не спал ровно 24 часа, потом поспал 4 часа и нормально как бы. Ну это конечно мало, но как бы 16 это явно перебор. Привет, Торыч. Работал? Нафига? Надо было стримить. Тоже мне причину выдумал, чтобы не стримить. О, это прогресс. А для чего вот это налево плоть шипы, я не понимаю.
Они же не нужны. А, или стоп. Ну да, они не нужны. Ой, там еще гейт делать направо. Вот этот с далекого прыжка. Очень неприятная штука, блин. А вот тот Double Diamond, ну типа, да, не такой, с порталом в конце. Его придется делать как обычный, да, Diamond? То есть там нельзя просто одним прыжком это сделать. Ну, со стримов, да, такое. Я вообще не трогал, блин. Я, ты не видишь, я игру сижу, играю. Я даже не видел, что он написал, на самом деле. Не думаю, что проще прыжок, потому что, по идее, я же не смогу одинарным прыжком до него докоснуться, по-моему. Ну да, что-то тоже бывает. Или типа опять на вторую устроился. Тогда, как сказать, ну не рабочего дня, но ты понял. Работа-препровождение. Я, кажется, понял, я соскальзываю иногда с платформы, по-моему. Из-за этого прыжок не очень получается. Тащить системник? Да ладно. Нифига себе, то. И тебе позволит это сделать? Привет, Михаил. Что-то я прям вообще в шоке, если честно, то. Ладно, там, ну, ноутбук еще куда ни шло. Ну прям в наглую комп, короче, притащите. Ну лол. И микрофон, и камеру еще, да? На охраняемый объект. Ну или как? Ну он же в какой-то степени там. Военный вроде даже, да? Ну, пророк, с другой чуть-чуть работы, чуть-чуть с другой работы, пророк. Не с такой.
Короче, Тор, назови эту фирму охранную, сделай ей антирекламу. Она позволяет Торычам проносить компьютеры на объект. Тор, ну тогда давай вперед. А чё стримить будешь? Вот эти Индия, да, или чё? Да лол, ну такое не очень место, конечно. Музыка хотя бы классная, музыка вдохновляет. Но он там, Тиравон, там объект военный, но у него степень секретности очень низкая, насколько я понимаю, так что там, в принципе, насрать всем. Они же там не ядерное оружие производят. На каком? Ну, в смысле, ну, не на ноутбуке. На ноутбуке вообще я представляю, да. А на, да, в нормальном ноутбуке, ну, в принципе, должно быть более-менее. Ну, смотря какой он старый, конечно. Ну, более-менее, в смысле, понятно, что там настройки намного ниже, но все-таки. Да что ж такое, ну давай же. Телефон заблокирую. Ну, как бы, смотря какие-то настройки стал. В принципе, я, ну, опять же, Intel двухъядерка, но даже понимаю, что это такое. Какая двухъядерка? Двухъядерные очень давно у Intel есть процессоры, в том числе ноутбучные. А если уж так говорить, у меня даже в планшете двухъядерный Intel. Ну правда, он Intel Atom, но как бы, но он же Intel и двухъядерный. Ну тогда что-то, наверное, грустно тоже.
сколько я его рассижу на этом экране? Довольно много, да, по-моему? Я уже верю в 5 часов РНГГ на этом экране. Полчаса не сижу? Нет, ты ошибаешься. Мне кажется, час уже точно сижу. Ну, минут 40 точно. Сейчас стрим идет, час 42. Я что, час проходил предыдущий экран, что ли? Даже 12.8 это какая? Война фей, что ли? Я что-то забыл уже. Или это какой-то фотошут? Нет, фотошутер это 9.3, по-моему. А, нет, 10.3, что ли? И 14.3, вроде так. Есть! Я прошел этот экран. Да, замораживать это война фей. Так, это из игры. А, Love Trap, это которая имеет сложность 100 по некому рейтингу. Но только из-за последнего босса в основном. А, значит, за 20 минут этот экран прошел. За 25. Ну нормально. Да ну. А-а-а. Да, не надо ловушки спойлерить. Не нужно. Так себе, конечно, не момент, честно сказать. Что-то я даже не пойму пока, как его правильно сделать. Ну, конечно, Тор. Конечно, что ты прошел, я уверен, что без смертей. Да не думаю, пророк. Да нет, конечно же. Что за жесть? Стойте. По-любому нет, не такого это. Ну блин, а что так сложно тогда? Привет, Инферно. Подсказку? Ну вот если именно по этому моменту, вот именно вот по вот этим ездящим шипам, ну можешь попробовать. Но именно по вот этим шипам. Не, пророк, не получится, потому что, ну, по крайней мере, прыгая, ну как, смотря прыгая тоже. Ну это просто надо микрить, просто надо микрить. В этом плане. Ну, а
это от одного шипа меня только спасет. В смысле, как Салгрин убил? По-честному, я не боговал ничего. Нет, не запутался абсолютно. Все. Тебе кажется просто. Я абсолютно не запутался. Ну да. Но я Тор прошел эту третью фазу с первой попытки. Без бага. И хотя я ее до этого даже никогда не видел. Ну как, ну то есть я же, ну как в оригинале только видел, да, но вот именно в Камиле я не видел. У меня хайлайт, если что, на Твиче есть, можешь глянуть. И да, Тор, то, что там после первой фазы чекпоинт, если бы его не было, это было бы слишком адско, как бы. Так что, как бы, даже с чекпоинтом нельзя сказать, что это изи босс. Я 9 часов 52 минуты на него потратил, как бы. И типа это еще немного считается. А по поводу скучности, то нет, Камиле 2, она не скучная, просто ты сам жанр не воспринимаешь, как бы, да? Это как, ну, для меня, например, скучные, наверное, большинство спортивных симуляторов, большинство стратегий, да? Например, какой-нибудь твой этот, ты играешь на Сеге, стратегия Дюна, да? Для меня это ужасно скучно, просто у меня фейспалм от того, как это скучно. Ну, огромное количество фанатов у игры, да? Которые точно не скажут, что это скучная игра. Так и тут, так и тут. Нет, нельзя. Абельенков, ты уже подсказку дал. Понимаешь, ты уже дал подсказку. Там наверняка затравливание какое-то. Никогда такого не делай. Да, Инферно, это сборник. Да, сборник. В основном тут все, как бы, экраны и боссы из других игр. Уникальный босс вроде бы только сама Камиле в конце. Пророк, как бы, если так увидишь, то удаляй сразу в следующий раз. Ну, постарайся. Абельенко звезда восходящая? Нет, он школьник подрастающий. А там еще надо вторую волну проходить, жесть. Ну тут надо просто надловчиться, и оно как бы легко будет проходиться, наверное. А чё, Тор, не скоро, да, еще машина?
каким двойным прыжком, Блэкджек? Что ты меня путаешь? Это, тем более, лол, ты там даже первого босса не прошел, как ты можешь подсказывать? Эксперт там спорит с диагональками? Очень не скоро? Ну, блин, жаль, Тор, жаль. Ну, Инферно, ну, да. Знаешь, если честно, уже есть. Правда, эта игра очень, очень плохая. Но, как бы, она есть. Типа, пародия на Камиле есть. Ну, как бы, пародия — это не солянка, да, все-таки, да. Тут немножко другой смысл. Но пародия есть. Но она не играбельная. И название говорить не буду, потому что чем меньше людей не знает, тем лучше. Прыг-скок, перескок и до сейва бросок. Ну такое, такое. Кстати, насчет сейва не знаю. Я думаю, сейв нельзя брать. Скорее всего, сейв-то нельзя брать, потому что, ну, ты же понимаешь, триггеры сбросятся. Такой экранчик, да. Возможно, что Ева сегодня не пройду. В описании стрима. Нет, я так не считаю. Айваны — это норм. Но не та. Я же говорю, в середине, скорее всего, нельзя сейвиться, потому что триггеры-то сбросятся. Триггеры сбросятся. Так что это плохая идея сейвиться в середине. Нужно без смертей весь экран пройти. Ну как, вот от этого сейва. Прогресс. Подожди, Just Observer, а ты не это, не стримишь, что ли? Что-то я тебе сейчас, только сейчас понял, что ты в чате тусуешь. На 8? Ну я, возможно, вообще надо бы до 8 постримить, а то что-то мало пока. Ну до 7 точно постримлю, да? А до 8, короче, как пойдет. Но если я... Будет уже 7 часов, я буду все еще на этом экране, я думаю, я уже буду убитый к тому моменту, и надо будет заканчивать. Также, сразу говорю, если мы доходим до босс-раша, то
Я вам показываю просто всех боссов, ну, как они выглядят, да, ну, первые атаки какие-то, может быть, да, ну, то есть буквально по минутке, по две там на каждого босса, чтобы ознакомиться. Затем я запиливаю голосовалочку, ну, по которой я говорил, голосовалочку с неизвестным, с неизвестными вариантами. Вот. И эта голосовалочка висит у меня в группе и в стиме до начала следующего стрима, который будет в понедельник. Ну, если сегодня дойду. Вот. И по итогам голосовалки мы, ну, начинаем проходить босса, босс Раши, который победил. Сразу говорю, я не буду переключаться на других боссов, пока не пройду. Ну, то есть я буду проходить их по одному, а не так, что чуть-чуть одного, чуть другого попробовать. Нет. Давай, удачи, Тор, удачи. Не знаю, кто обычно, вообще нет такого. Нет такого, кто обычно что проходит. Вообще такого не существует. И это абсолютно не имеет никакого, ну, то есть это абсолютно без разницы, какого ты первого босса убиваешь. Абсолютно без разницы. Прогресс. Да, я вот представляю, вот я помню, когда, короче, я Боши проходил, не помню, где я был, то ли на Салгрине я был, скорее всего, на Салгрине я был, и мне уже тогда Задрос писал, что, мол, а не хочешь, типа, потом пройти Камилию вторую, типа, обычно это берут как следующий челлендж после Боши, вот такие слова писал. Но я тогда отказался, потому что тогда я вообще считал, что Камилия это... скажем так, не очень игра, да? Ну, как бы не вникся еще в жанр. Вот. Но если бы я согласился, для меня было, то было бы адово просто, адовая сложность была бы, даже первый уровень. Вот, так что как бы вот. Если для меня сейчас даже шестой уровень напрягает, да, то тогда это бы вообще было бы невозможно, наверное. Пророк, живой рандом, живой рандом. Почему называют жанром? Ну, потому что очень много специфичных особенностей. Ну, почему? Но если ты не будешь ботов своих включать, то будь живой. Джек, я вообще не понял, что ты написал. Где на рандом? Здесь, надеюсь, на этом экране? Нет, это чушь какая-то. Здесь вообще никакого рандома нет. Абсолютно нет никакого рандома. Ну, по крайней мере, пока я не вижу. Может, там дальше что-то, но вряд ли. Все абсолютно заскриптовано.
Нет, Инферно, нету, очень расплывчатая. Ну, то есть, как бы, ну, по идее, это то, что с физикой, как бы, да, из как айвона без Икая, но в реальности, ну, всякие есть уже айваны, с какой угодно физикой, с какой угодно механикой, по сути, как бы, даже, как бы, знаешь, если честно, сложно сформулировать. Скорее всего, это то, что имеет отношение именно к этой субкультуре, именно вот это вот. Нет, тут нет никакого рандома, нельзя нарандомить и пройти шипы. Можно постараться и пройти шипы, но нельзя нарандомить, понимаешь, шипы. Ну как бы, как можно рандомить прыжки? Ну как бы, ну в определенной степени можно, типа, нажать на кнопку, не думая, с какой-то силой её нажимаешь, да? Но я думаю, тут так не получится. Тут надо четкие выверенные действия. Валить трупами такое тоже для дресс-сервера, понимаешь, тут, видишь, тут все-таки стабильность нужна, тут нужна стабильность. Жесть, конечно, я даже до следующего триггера доходить буду хрен знает сколько. Ну как, ну ты можешь это считать по-другому, ну я не знаю. Это же я свое как бы мнение высказываю. Я не эксперт. Так ты узнал и молчишь. Блэкджек, это же так просто. Ты узнал и сидишь, и никому об этом не говоришь. Невозможно затроллить это такое, на самом деле. Все-таки преувеличиваешь пророк. Я доходил до середины уже, я просто не видел. Тайминг, там тонкий тайминг, то есть нужно в правильный момент прыгнуть, чтобы приземлиться в
такой момент, чтобы можно было выпрыгнуть потом. Ну, то есть, блин. Ну, понимаете. Очень тонкий прыжок. Ну, то есть, как не прыжок, а вот вся эта система. Очень мало пространства для маневра. Сказал человек, который в кроке поставил управление как в Боше. В чем тут команда, пророк? Причем ты кинул ссылку на эту группу Твича Ванабиса, что ли? Это вообще не определение Ванабиса. Это просто группа Твича, просто люди объединились. Это вообще как бы не имеет никакого официального статуса. Ну, то есть ты можешь просто взять и любой там человек с партнеркой и создать там Ванабис Тим, например, или еще что-нибудь там, да? Ну, то есть как бы там. Это вообще никак бы не. Нельзя сказать, что человек ванабис или нет, только из-за участия. Ну как бы, то есть если он участвует в группе, то, наверное, можно сказать, что да. Но если не участвует, то нельзя сказать, что нет. Вообще, как бы, абсолютно никак. Так что что-то ты не то сейчас. Не в ту степь поехал. Чем увлекается пророк? Вспоминаешь, фраза не имеет смысла. Помимо японцев и ванабисов, довольно мало человек этим увлекается. Чем этим? Айвана-играми? Айвана-играми, кто увлекается, тот и есть ванабис. В том числе японец. Ты что, расист, что ли, или что? Почему ты японцев отдельно ставишь? Только из-за того, что не стримит на Нико видео? И что? Как это вообще влияет? А может ванабис вообще быть не стримером? Такие есть. Вон у нас. Например, пироманьяк. Он ванабис, но он вообще не стример. Он только записывает, правда, видео, но это не на стрим. Понимаешь, любой человек может себя назвать ванабисом, если он, как бы, ему нравятся эти игры. Если ему нравятся эти игры,
И он в них играет. Хотя бы иногда. Да? Хотя бы иногда. Все, вы на бис. Абсолютно неважно, состоит ли он в какой-то группе. Или там, ну, неважно, Twitch группа, ВКонтакте группа, там, не знаю, Нико Видео или где-то еще. Это как бы вообще, это просто как бы группа, но это не значит, что как бы человек является или нет. То есть это не дает определения. Привет, Рентаро. Ну давай, Blackjack Attach. Нет, скилл не важен. Понимаешь, скилл важен, чтобы вступить в команду Ванабиз на Твиче. Ты с этим путаешь. Но это просто лишь правило Денферка. Просто человек, Денферок, создал группу на Твиче. Установил там какие-то правила. И теперь обязательно именно это является определением, кто такой Ванабиз? Это чушь. И что, многие Ванабизы играют в Доту или... Какие-то еще вон Парагос вообще в ММО какие-то играют, и что? Ну, пророк, это чушь полная по поводу скилла. Как бы есть начинающие игроки, есть не начинающие, да? То есть бывает начинающий ванабиз тогда уже. Не начинающий, там опытный, какая разница. Это как бы уже характеристика ванабиза, да? Но он может быть слабый, сильный, средний там. Но как бы он все равно уже ванабиз, если он просто этого хочет и все. Да, я и говорю, он путает просто. Да, Инферно, но ты же сейчас не играешь. Нет, ты же сейчас не играешь. Я же говорю, это те, кому нравится, во-первых, и кто играет. Ну или, скажем так, нравится, допустим, не обязательно, потому что, ну, может, за донат играет или еще что-то, да? Но вообще, если играет, не один раз прошел, а играет, ну, более-менее там, да? Постоянно там. Вот. Как бы. То уже как бы все. Ну, а Бельенков и Набис. Да. И почему это потеряет смысл? Это не потеряет смысл. Просто ты считаешь, что это слово должно определять какой-то, типа, статус, что ли, типа, ой, я ванабиз, это, я добился этого звания, да? Ты так, что ли, к этому подходишь? Нет. Это абсолютно не так. Так же, как дотер, да? Дотер — это любой человек, даже самый вот рак и раков просто, да? Но если он постоянно играет в дотку, значит, он дотер, как бы. Ты же это не будешь отрицать, правильно? Как бы... А не обязательно нужно там... какую-то грань там пройти профессионализма, чтобы стать дотером. Абсолютно нет. Если ты в эти игры играешь, да. Да. Почему нет? Почему нет? Почему психолог? Значит, да, пророк. Абсолютно да. Просто, понимаешь, ты не можешь сделать приписку профессиональный, да? Ты такую не можешь сделать, приписку.
или специалист по, как бы, да, это ты не можешь сделать переписку по там психологии или где-то там еще в шахматах, или где-то там еще, да, вот, но просто любитель, да, почему нет. И как часто ты поешь и играешь на пианино? Привет, Панда Пест. Нет, профессионально это не тот, кто зарабатывает деньги. Кто зарабатывает деньги, это коммерсант. Ну, бывший, ну, все, бывший. И что тебе не нравится в том определении? Бывший певец, бывший пианист. Если ты этим увлекался, это абсолютная правда. Да, пророк очень душный. Не, ну просто я не знаю, инферно, как бы, вроде бы все очень довольно просто определяется. Нет, Барок, как бы вообще нет. Просто не обязательно заниматься чем-то профессионально и при этом зарабатывать деньги на этом. Как бы есть благотворительность и так далее. Ты знаешь, такое, например, у музыкантов есть благотворительные концерты. Они не зарабатывают на этом денег. И что, значит, они все, не профессионалы, да? Отлично. Привет, Кивчан, сейчас гляну. Да, скачался, спасибо, можешь удалять. Ну, в смысле, ну да. Привет, Лёха. Ну, слово имеет смысл. Слово на бис имеет смысл. Это человек, который увлекается айванами. Все очень простое определение. Увлечение айванами. Кто увлекается айванами, вы на бис. Все. Как бы, все, что еще нужно? Очень просто, по-моему, все. Пророка, зачем ты это скачивал? Для чего? Ну, он для тебя какой-то смысл имеет, что ли, или что? Не очень понятно. Я потом его постараюсь перебрать, этот список, и если там найдутся какие-то приватки, которых нет еще пока у Эльзорга, то добавим его в список Эльзорга. Романы такое.
кстати, прислал. Тебе же Камелия 3, да, нравится, по-моему, очень. Вроде бы, если я не путаю. Ну, короче, вот Just Observer, видишь, да, есть. Вот он третью Камелию проходит. В 20 часов будет там второй мир да проходить. В смысле, Пророк, это не все игры, это вообще не рандомный просто архив, в котором могут быть любые какие-то старые игры, айваны, в которых половина может быть какой-то ерундой или старой версии. То есть я не вижу, для чего тебе это нужно. У тебя есть айваны Вики, это Delicious Fruit, как бы. А когда я переберу этот архив, редкие добавим к списку Эльзорга, и этот список, как бы, если тебе надо, предоставим, как бы, доступ, и все. Ну, твое дело, да, какая часть, да. Не, ну просто если ты подумал, что там все айваны, которые сейчас есть, как бы, то это вообще не так, даже не близко. Он, по-моему, в последний раз этот список обновлял в 2012 году. Привет, Антро, да, слабо Иваня подъехал. Как видишь, Камелия 2, а не 3, а я не могу пройти экран. Ну как, правда, я сегодня 2 экрана прошел, ну как 2, 2,5. И плюс вот этот сейф еще. Но, тем не менее. Ну, никто особо не пробовал фастпапи, на самом деле. Да, кстати, у меня прибавилось денег на новую клавиатуру. Потому что поступил новый донат вчера. 600 рублей от Пророка. Лол, обсервер, ну это нормально, это я с него же играю, как бы. Так что это обычно. То есть я с этого архива распаковывал. Так что утихомирь свой антивирус. Шарит. Но я не могу плюнуть начальнику в лицо, потому что нет начальника. А, не, прескаут, я третью Камелию хорошо знаю, я спидраны смотрел много раз и прочее, прочее. Более того, я всех боссов сам еще попробовал чуть-чуть побить там, как бы. Ну, правда, ни одного пока не прошел. Но Сайбера более или менее уже. По третьей Камелии спойлера для меня нет вообще ни одного. Всех секретных боссов видел. Вроде всех. Или двух, или трех. А, наверное, двух или трех видел. Угол шарит. Отлично.
картинка вообще зашла нормально. Не, чё-то не прёт, чё-то не прёт. Ещё полчасика и всё. Блин, долго картинку эту буду вспоминать теперь. Можно сказать, суть, да? Почему именно детям? Это типа Google для заботливых родителей, да, делает, если там типа ребенок попросил там: пап, а это можешь там найти мне iPhone B игры в интернете? Он такой поп в Google набрал и видит: о, блин, понятно. Вызываю, короче, специалиста. Какую финалочку? Даже какую финалочку? Седьмую, что ли? Нет, не говорила. Десабсервер, не знаю. Ты все перекинул? Все файлы? Death Time, Save, скриншот. Ну я не знаю, скриншот нужно или нет, но желательно. Ну, короче, все файлы оттуда, да, точно скинул. Потому что, ну, блин, ты же понимаешь, что если сейф не подходит, то тебе лучше сейчас перепройти сначала. Потому что потом ты когда-нибудь, представь, ты когда-нибудь дойдешь до M-стейджа. И на этом игра закончится, у тебя не будет последнего босса. И тогда тебе уже придется перепроходить сначала. Ну, я бы лучше не советовал. Ну, блин, как-то, ну, попробуй. Ну, не знаю насчет папки. Ты попробуй, знаешь, как сделай? Вначале убери эту папку, начни новую игру. Именно версия 1.30, да? После этого посмотри, какие файлы создались, и их, именно их замени, а не все подряд. Декстер, у него вон пишет You must clear first boss. Привет, Игорь Николаев. Ну да. И Прескаут, ну хорошо, отличная игра, финалка седьмая. Тебе понравится, я уверен. А ты в Steam-скую играешь или какую? И с переводом или без? Перевод вроде хороший, если именно правильно, ну, последнюю версию там все такое скачало, то должен быть нормально. А
вот насчет текстурок, ну такое, фанаты, конечно, не оценят. Ну, фанаты, они на той фанаты, они упороты. Ставь текстурки и побольше. HD. И все дела. И еще можешь звуки от версии PlayStation 1 поставить. Потому что в ПК-версии они такие более... Меньше инструментов, короче. Ну да, короче, обсервер печалька, но, наверное, блин. Ну, попробую еще поразбираться, но если ничего не выйдет, ну... Ну, ты уже скилловый, ты это проходил два раза. Ну, подумаешь там... Не, ну как бы смотри, ты уже знаешь, что на боссе прыгать не надо. Спидран давай, короче, до второго босса. Блин, я вообще не понимаю, где ты нашел версию 0.9.9.2. Я еще понимаю версию 0.9.9.5, которую Стинки запускает, и он включает 1.30 только перед эмстейджем. Но и это откуда ты взял 9.9.2, где даже сейф не подходит? 9.9.5 уже подходит. Ну, видимо, тебе очень понравился первый уровень и босс. Очень понравились. Пророк, у тебя не будет последнего босса, ты же в курсе, не будет последнего босса. А на 9.9.2 вообще неизвестно, может там даже эмстейджа нет. И то, что как будто сейчас считаешь то, что ой, да тут еще надо дойти, ну вот я же тебе говорю, а потом ты дойдешь до туда все-таки, да, да, когда-нибудь, и придется сначала перепроходить, потому что у тебя сейф не подойдет, вот как у обсервера сейчас. И это очень грустно, но как бы лучше сейчас пожертвовать одним уровнем боссом, да, ну вот в случае с обсервером и половиной второго уровня, чем потом всю игру перепроходить. Так он еще и босса убил, Абеленко, ты не понял, он еще и босса убил и уже половину второго уровня прошел. Ладно, уровень перепройти, но как бы босс очень обидно, учитывая, каким он трудом дался. Это не символы, это... Стопа, пророк, это ты его забанил? Зачем? Зачем? Не нужно было. Это просто корейский язык. У меня в правилах написано, что можно писать на любом. Ну, мало ли, написал привет. Ну, блин. Ну, понимаешь, спамер не спамер, но там, ну, по крайней мере, ты не смог распознать ни оскорбления, никакого другого нарушения правил, не было ссылки, да? Ну, как бы... Ну и что подписок 0? А ты не забываешь, что зрители бывают, как бы...
Ну как бы, ну нет, ну если бы он прям завалил весь чат этим, да, и как бы один сам с собой, да, ну как бы такое, да, может там подумать. Но, блин, просто так не надо, может он просто пришел там. Привет, Клава. Как бы эти два сообщения мне как бы никак не мешали вообще. А если есть какая-то вероятность, что это был не бот, ну потому что смысла как-то не видно, чтобы это бот был. Ну вот, это привет было вообще. Ну пророк, отлично вообще просто. Нет, шестобсервер, у меня нет. У меня в правилах это прописано. Ну, вот именно. Может, мало ли человек зарегистрировался на Твиче, пошел, посмотрел список там, кто играет в Айвана игры. У меня сейчас 35 зрителей, значит, я в Айванах довольно высоко должен быть. И он зашел, посмотрел, написал привет на своем родном языке, ну, как бы, бывает. И, ну, блин, взял, забанил, охренеть. Ебан за привет. Ну, ну короче, не вот это залет пророк. Ты не знал, что ты не знаешь, как корейский язык выглядит? Ну хотя бы ты, ну ладно, там не знаешь, что это именно корейский, но хотя бы распознать просто иероглифы, ну просто, ну как-то. Инферно, не понял. Ну, может, переводчик это ставит. И, кстати, не факт, что не говорит пророк. Помнишь, Defender, когда зашел к стрим, на стрим к ППФ? Может быть, ПФ тоже подумал, что Defender не говорит по-английски. Ну, я думаю, уж какой, как-никак он бы понял бы что-нибудь, если бы на английском написали. Ну, нет, Inferno. Модеры у меня нормальные. Ну, как бы, это первый случай такой, когда реально расчет. Серьезный. Не, я не о том, я не о причинах. Я о том, что тоже человек написал на незнакомом языке, и как бы так же, ну, как ты сейчас вот этот написал на корейском, и мы считаем, что он не знает английский. А на самом деле, может, он просто так написал. Потому что захотелось. Разрешены все языки, поспапись об этом. У меня это не просто разрешены технически, у меня это еще и в правилах прописано. Ну, не только мой канал, но в целом модеры часто бывают адекватные. Почему нет? Все же люди, как бы, бывают люди не очень, бывают адекватные, как бы.
ладно, жалко. Ну, как бы, да, неприятная ситуация. Ну, что жалко-то? Тем более его же разбанили. Ну, как бы, если бы он написал, и мы бы смогли бы объясниться, я бы написал, что это ошибка, как бы сказал бы. Но ничего такого уж страшного тоже не произошло, в принципе. Кивчан, это на корейском? Привет, Зеро. У нас тут пророки разбушевались. А, японский? Хей, HP. Sorry for mistake, my moderator. Чё ты начинаешь выпендриваться? Почему он поставил знак вопроса? Он ещё даже не понял, что произошло, что ли? Ладно, не суть. Yes, it's first run of Kill the Camellia 2. Давай, пророк, удачи. Не, короче, я сейчас заканчиваю минут через 10, наверное. Вообще, ну вы видите, вообще жесткий экран. Я уже просто... Уже душно стал. Но I think... Колен, да.
никак не могу точно этот тайминг поймать. Да, уровень вообще жесть. Ну да, фастпарк на самом деле норм. Я от этого не понял, кстати, сейчас, что он написал. You can speak on any language, but I understand Russian and little bit English, but my English not well. Так, что у нас случилось? Все нормально, а то что-то отключилось. Я не понял последнее тоже, что написал. Абельенков, ты правила читал? Беленков, прочитай правила. В правилах написано, можно разговаривать на любом языке. На любом. Ну да, в принципе, верно. Ну это нет, ну это скорее, наверное, Фиолет, вроде бы, если я правильно прочитал. Добро пожаловать. Вот, но это... забыл, что говорил. Короче, на любом языке можно писать. Пофигу, понимаю, я не понимаю. Писать можно на любом. Я понял, что я не договорил. Ну, мне кажется, не из-за того, что это английский такой хороший, а из-за того, что просто его более-менее, как бы, ну, многие люди знают в той или иной степени. Пусть там со своим акцентом, да, но, как бы, более или менее все равно знают. А только из-за этого и все. То есть, если бы, например, там, не знаю, русский был такой же международный, как бы, да, ну, я думаю, что и на нем бы примерно помогли бы изъясняться. Ты же наверняка вы слышали, что какие эмигранты там приезжают, да, и разговаривают на ломаном русском, но мы же все равно их понимаем, да, в целом.
Вообще не идет. Жуткий какой экран. Обсервер, запускаешься, да? А, сейчас, ну значит я прервусь. Я не буду сейчас это стримить. Я все. А, и обсервер, это как? Ну то есть, блин, это реально, да, получается, сначала побежишь? Ты уже точно все варианты перепроверил? Типа, может там файл распаковался как-то неправильно. Еще что-нибудь. Ну, может Инферно, может и так. Дальше. Окей. Может написать инфлюке, типа fix my save там. Наверняка же сможет. Вторую камелию? Да, пройду, конечно. Ладно, давайте, наверное, закончим на этом, потому что, ну, что-то уже вообще не идет, я устал. Я прошел сколько, ну, 2,5 экрана, и вот этот сейф еще взял. Да, уж Love Trap это такое. Такое. Потное место, очень потное место. Надо как-то вот руками его прочувствовать, чтобы пройти прям. Так, ну тогда раз обсервер пока еще не стримит, посмотрим, кто еще стримит, хоть захостим там. Вон, да, Just Observer, пиши Декстеру, он может тебе пофиксить что-нибудь. Что страшного в Boss Rush? Ну, как это что страшного, как бы... Там страшно то, что там сложные боссы. 4 сложных босса. Вот это как бы и страшно. Так. Ну вот, а так не, ну я, конечно, пройду, но, блин, такое тоже, знаешь, я... специфично. В общем, все, так, все, нашел кого захостить. Пойду пока гляну, как Диджей мучает полковника. Все, всем пока. Завтра у нас рубрика, как обычно. В воскресенье, может, будет какой-то не Ивана стрим. И понедельник продолжение Камилки. Увидимся.